Джапен, група Супер М. Значит, МК мой, я хочу так и дойду. Поэтому я взяла два разных, не связанных между другом фрагмента. Один из них встречается в первом припеве и в конце, в финале. Второй встречается в начале и также в финале. Мы их объединили, потому что они нам больше всего понравились, поэтому мы их и выучили. Вот. Поехали. Значит, наш первый фрагмент I don't even care, да? Мы начинаем шагать на правую ногу. Раз. Дальше на левую. Два. Снова на правую. Три. Подставляем левую. Четыре. Угу. Еще раз. Семь. Восемь. Правая. Левая. Правая. Подставим. Руки идут противоположные. Мы шагаем правой ногой, у нас левая рука раскрывается в сторону. Ладонь раскрыта. И у нас идет акцент локтем в сторону. Да, и грудная клетка чуть вперед. Раз. То же самое. Руки сменяют друг другу перед корпусом. Раз. В другую сторону. Два. Снова. Три. И на четыре руки сходятся перед собой сюда, рука на руке. Пам. Можно крест соединять, можно просто рядом с собой, ребят делают по-разному. Пам. Дальше мы заводим руки назад и через низ соединяем их. А, стоп, вот. Мы выводим их перед собой, собранные в кулаки. Когда мы делаем это движение, у нас запускается волна по телу, и когда волна доходит до бедер, мы делаем прыжок раз, и второй идет только от таза. Еще разок. Семь, восемь. Раз, два, три, четыре и пять, шесть. Дальше на семь мы руки спокойно опускаем вниз. На семь мы делаем шаг правой ногой и начинаем разворачиваться. Коленом правым себя начинаем разворачивать и левым пам, повернулись. Восемь, мы развернулись на и раз, два раза бьем пятками за счет того, что у нас сгибаются колени. Пам-пам. Это будет счет и раз. На два вес переносим на правое бедро, чуть в сторону, вправо, дальше влево, влево, спрыгиваем на правую ногу, пам, ставим на исходную левую и делаем два шажочка на правую, правая и правая, после чего последний заключительный слайд на левую вперед, пам, и подтягиваем к себе правую ногу. Еще раз набираем это вот с прыжочком. Прыжочек, прыжочек, только ноги. Семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Руки. Здесь закончили. Шесть. На семь руки сбрасываются. Когда мы делаем шажок, у нас приподнимается левое плечо, мы чуть-чуть его разворачиваем на зрителя. И когда начинаем разворачивать колено, да, плечи помогают нам повернуться назад. Повернулись. Корпус в спокойном состоянии, когда мы делаем пятками. Когда мы переносим вес на правую сторону, у нас левое плечо приподнимается выше наверх. В обратную сторону правое плечо. Когда мы спрыгиваем, у нас ничего не происходит, руки в свободном полете. И когда мы делаем шаги на правую ногу сюда вперед, руки работают в крест грудной клетки, в крест грудной клетки. И это движение акцентное, то есть та и та. И дальше мы сверху что-то хватаем и подтягиваем к себе. Соединяем. Вот еще раз с кружочком. Шесть. Делаем семь и восемь. И раз, два, три, четыре, и пять, и шесть, семь, восемь. Угу. Весь кусочек. Семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять. И раз, два, три, четыре, и пять, и шесть, и семь, восемь. Дальше следующий фрагмент. Делаем с левой ноги шаг назад. Нога плотно впивается у нас в пол. И у нас идет небольшая волна корпуса, но не с плеч, а с грудной клетки. Пам. То же самое делаем вправо. Пам. Третья волна. Там. И дальше мы начинаем припадание на правую ногу. То есть раз, два, три и четыре. Угу. Еще раз. Здесь оказались. Начинаем шагать. Левая, правая, левая. Да-да-да-да-да-да-да. Отлично. Руки. Сначала просто отдельно разберем, что руки будут делать. Они у нас через крест расходятся в стороны. Поднимаются наверх. Делают хлопочек снова в стороны расходятся. И указательным пальцем раз, вывернули их наружу.
Угу. Еще раз этот момент. Крест раскрыли, подняли, хлопочек, кисти вывернули наружу. Дальше руки вот в, такой, вот в таком вот положении. И отсюда мы делаем крест вверх в стороны, крест вниз в стороны. И одна рука, пам, выводится сюда в сторону. Кто-то делает ее прямой, кто-то делает ее локтем, кто-то делает вот так, поэтому как вам удобно. Я смотрю на центр, он делает вот так. Дальше рука опускается вниз, и кулак поднимается на центр перед собой. Еще раз руки. Раскрыли, подняли, хлопочек, кисти, в сторону вверх, в сторону вниз, просто рука в сторону и кулак. Соединяем вместе с ногами, очень медленно. Будет следующее. Шаг, руки, шаг, они поднимаются, и уже пока мы стоим, развели. Пока делаем вот этот поворот снова. Шаг, и дальше пошли припадания. И раз, и два, и три, и четыре. Еще раз медленно. И ноги вместе были. Мы с вами пришли сюда. Шаг, руки, руки, хлопочек, кисти, вверх, вниз, в сторону и точка. Угу, отлично. Дальше, с этого момента счет будет раз и два, три и четыре. На раз левую ногу поднимаем к себе, правая рука через сторону, бум, сбрасывается, да, пам. Отставляем эту ногу, переносим на нее вес, руки у нас идут в крест. И дальше мы отставляем назад правую ногу, бам, и делаем бит так, чтобы у нас руки сложились одна на другую. Бам. Это самый главный акцент этого движения. То есть первые два идут в проброс. Та-да-да. То есть все движение ради вот этого в конце. Еще раз вставим здесь на эту точку ноги вместе. И сброс, и бам. Угу. Дальше подставляем правую ногу. Раз. Рука пошла из-за головы. Два. И делаем подачу. Три. На правую ногу, да, и бьем головой в левую сторону, корпус тоже в левую сторону, то есть подача вся, всего тела идет на левую сторону, к левой ноге. Еще раз отсюда. Бам. Делаем. Сброс и бам. Шаг и бам. Дальше идет переход. 5, 6, 7. И здесь мы соединили с другим кусочком, с другим фрагментом. Первый фрагмент от начала до конца соединим полностью и перейдем к следующему. Сначала 7, 8. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И раз, и 2, и 3. Угу. Дальше гуляем, 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 гуляем. На 8. Начинаем следующую часть. Мы подпрыгиваем на 8. Приземляемся в плече на раз. И начинаем бить барабан правой рукой. Приземляемся. Раз. Как только у нас идет удар, сразу вылетает левая. Раз. Бьем теперь левая, вылетает правая. Два. На третий удар. Три. Поднимается у нас правая нога. Руки пролетают здесь, раскрываются. Мы на правую ногу. Мы ступаем, садимся в плече и руки делают двойной акцент. Та-да. Угу. Еще разок. Семь. Восемь. Раз, два, три. Та-да. Угу. Далее мы делаем шаг на левую вперед и обратно назад и бит коленом вовнутрь. Да, бам. Еще раз были здесь. Та-да. Шагаем на левую сначала сюда, разворачиваемся и забиваем колено. Угу. Руки были здесь. Та-да. Через стороны мы собираем их в кулак, бьем бам над собой. И, пожалуйста, чуть-чуть уберите корпус назад, чтобы эффектнее смотрелось движение. Бам. Отсюда мы снова уводим назад ногу. И в момент бита коленом у нас бьет правая диагональ рука. Левая ложится на руку и буквально немножко поскользит по плечу. Бам. Угу. Собираем еще раз этот фрагмент. Семь, восемь. Да-д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 а. Да. Счет будет примерно такой. Дальше сложнее. Сначала разберем руки. На ударный акцент руки делают. Та-да-да. Та-да-да. Это второй акцент.
То есть первый удар на акцент и раз. Это за так. Та-да, два. Дальше мы достаем правую руку вперед, левую ее хватаем и заводим к плечу. Три. Это третий акцент. И на четыре мы руки заводим наверх и сбрасываем бетон вниз. Угу. Еще раз, только руки были здесь. Руки у нас к себе. Замах. Та-да-да. Вывели, схватили. К себе подтащили. Сбросили сверху. Бам. Угу. Собираем теперь сначала разберем ноги. Были здесь. Ноги делают следующее. Правая делает шаг, и мы на сильную долю уходим назад. И опять на сильную долю назад. Два, три. Угу. Еще раз. Были здесь. Бам. На ударе. И у нас и сильная доля, да, да, сильная доля, да. Угу. Дальше отсюда, с этого положения, у нас с вами идет, получается, так, мы поставили ногу, раз, то есть мы немножко доворачиваемся, раз, поднимая левую ногу к себе сюда наверх, потом ее ставим. Угу. Еще разок, чисто ноги, здесь был удар, и пошли, правая, левая, правая, правая, и поставили, потом у нас немножко вес ушел назад и вернули на центр. Соединяем медленно с руками, здесь был удар. На первый шаг руки у нас идут за так, на сильную долю, бам, здесь пошел подготовка за так, да, 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 здесь то есть на сильную долю руку мы раскрыли, да, да. И вот когда мы руку заводим, у нас как раз идет с вами разворот, да, и подъем ноги. Пам. Ногу мы ставим, замах, и сбросили руки ударом вниз. И последние счета, 5, 6, 7, 8. Ребята, импровизируют, там у каждого свое движение, свое перестроение, и, собственно, финальная точка. Пам. Собираем всю вторую часть прыжка медленно. 5, 6, 7, и... Да-д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 а. Так.